в центральном Казахстане, в Караганде. Ну, я так думаю, что не слишком они отравлены, абрикосов. Вот ящик я вам снимал, фотографии тоже летом. Абрикосы вкусные, понравились. Вот эти были с носиком, похожие на на академика. Ну, соответственно, они не ваши, они с юга. И там еще персики, черешня. Это самая ранняя, которая появилась у нас весной, самая первая. Абрикосы, персики. Так, ну, это понятно, что это грецкий орех, отдельная история. Так, это оранжевые были вот абрикосы, вкусные, по вкусу понравились. Ну, соответственно, на рынке никто не знает никаких названий, пишут всякую мишуру. Так, и вот это персики тоже мелкие, белые, мелкий персик. Белый, в районе 30, наверное, грамм. Но вкусные, очень сладенькие. И уфо персик. Еще вот тоже вот такие косточки. Инжирный персик. Тоже насобирал. Они плоские, инжирные. Так, слива. Слива похожа на вашу сувенир Востока. Тоже крупные. 80 до 100 грамм они были. Темно-фиолетовые с бордовым оттенком. Это немножко косточки нектарина, слива венгерка. Вот, ну, венгерка условно по цвету, то есть как бы по форме, ну, очень похоже. Тоже написал условно, приблизительно, что венгерка. Так что вот такой вот у меня тоже запас на весну. Решил с вами поделиться. Ну так, ну, не похвастаться. Заморочился, насмотревшись вашего канала пару лет назад. Прошлый год выписывал у вас прошлую зиму. Прорастить удалось, вырастить удалось. Пусть не все, что хотел. Вернее, как хотел. Процент схожести был отличный. Потом как бы жара. Ну ничего страшного. Много-много чего еще осталось. Все зацепилось. Теперь пусть зимует. Но это буду пробовать уже сажать на будущий год. Так что такие дела. Спасибо вам за вашу информацию. Спасибо за науку. Очень рад, что судьба мне подарила вас. Как бы, пусть не в полном контакте познакомиться. Но через YouTube. И как бы там ни было, переписываемся. Спасибо вам. Удачи большой.